Пока не надоел. Привет, с вами канал Интересно. Сыгравший Капитана Америку Крис Эванс уходит из «Мстителей». По мнению актера, лучше сойти с поезда самому, чем дожидаться, пока с него выкинут. Изначально Эванс подписал контракт с киностудией Marvel на съемки в 6 экранизациях популярных комиксов, после чего контракт был расширен еще на 1 ленту благодаря большим сборам и популярности персонажа. Актер снялся в 3 картинах о Капитане Америки, которые вышли в 2011, 2014 и 2016 годах. Также в 2011 и 2015 годах вышли фильмы о «Мстителях» с увеличенным составом героев. В апреле этого года на экраны выйдет фильм «Мстители. Война бесконечности», а в следующем году ожидается выход последней, 4-й части, которая пока не имеет названия. Ну что ж, посмотрим, кто его заменит.